Я ничего плохого не сделал. Я никого не убивал. Мы прорываем оборонительные рубежи Прибалтийского военного округа, который большевики называют особый. Мы были в экспедиции съемки картины вот реальной сказки «Свинаркой по стуку». Это было Кабардино-Балкария, Тибердак, курорт Домбай, куда должны были возвращаться в Москву. И мы приехали в аэропорт и ждали самолета. Самолета вылета не было. Час-два. Мы пошли на базар. Из громкоговорителя слышим голос Вячеслава Михайловича Молотова. Вероломное нападение на Советский Союз фашистской Германии. И мы поездом кое-как добирались до Москвы. Поезд останавливался на очень даже небольших станциях. Военные из отпусков возвращались в свои воинские части. И их провожали родственники. Вот эти группы людей, стоящих на станциях, слезы, провожание и так далее, вот военных. Вот я как-то это очень заметил, смотря в окно на каждой остановке до Москвы. И когда вражьи танки помчатся, мы с тобою пойдем воевать. Не зачем мы нашли свое счастье, чтоб врагу его дать растоптать. Мы, молодые люди, были мобилизованы. Нам прислали повестки. Нас отобрали паспорта. Я должен был в военное училище пойти. Недели не прошло, как мы узнали о том, что картина «Свинарка по стуку» будет продолжать сниматься и будет заканчиваться. Половина картины мы снимали уже во время войны в Москве, в павильоне Мосфильма и на сельскохозяйственной выставке. Уже немцы подошли к Москве, были налеты, воздушные тревоги, отбой. Москва была затемнена. Мы снимали в две смены. Я жил в двухэтажном деревянном доме. У нас были списки. Вот в определенные дни по списку я должен был с кем-то дежурить на крыше, тушить зажигательные бомбы. У нас там был огромный такой чан с водой, чан с песком, рукавицы, лопаты, щипцы, фартук. И должен вам заметить, Москва была очень защищена, и очень редко прорывались самолеты. Очень редко. На мое поколение, которое уходит, мы верили, мы безмерно любили Отечество, Советский Союз, где мы родились. И мы не ради кого-то, мы ради вот этой земли, где мы родились. И я безмерно люблю Россию, землю, в которой я родился. Я бы нигде бы не хотел родиться, кроме России.